Совбез ООН обсудит ситуацию в Сирии. Об экстренном заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций попросили Кувейт и Швеция, которые обеспокоены ситуацией с беженцами в Сирии. Совет Безопасности ООН в четверг, 5 июля, проведет экстренное заседание по Сирии. Об этом ФБ сообщили несколько шведских дипломатов. О встрече попросили Кувейт и Швеция, которые обеспокоены ситуацией с беженцами в Сирии. По разным данным, свои дома покинули от 270 до 330 тысяч сирийцев. АСХА назвала вещество, которое применялось в Сирии. Напомним, ранее западная коалиция во главе с США начала вторую фазу зачистки на границе Сирии и Ирака от террористов группировки «Исламское государство». Она получила название «Облава». Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikorrespondent.net по материалам сайта news.gr.com.